Интернет-ресурс megaobzor.com. Спустя год мы вернулись на стенд Plantronics и приветствуем вас. Что интересного вышло за год? Ну, в этом году мы представляем очень большое количество новинок. Наверное, одно из ключевых решений – это первое и на данный момент эксклюзивное решение для нового шлема Sony VR. Гарнитура сделана точно таким же цветом, как и непосредственно шлем Sony VR. Модульная конструкция. Гарнитура не боится различных потрясений, которые могут геймеры, да, оказать. И специально короткий кабель для подключения к шлему. И есть еще в комплекте два кабеля различной длины, чтобы можно было подключить как к джойстику, так, может быть, к своему смартфону. Еще хотелось бы выделить наше топовое решение. Это гарнитура, которая позволяет играть 24 часа и не подзаряжать гарнитуру. При этом гарнитура очень легкая, и с ней можно производить такие же манипуляции, как и с гарнитурой для VR. Также решения, которые являются более бюджетными, но опять-таки удовлетворяют запросам самых взыскательных геймеров. Это серия Rig 400. На данный момент это гарнитуры для PS4 и для Xbox. И мы надеемся, что с нового года в январе появится и PC-версия. Также у нас обновление линейки Rig 500. Это Rig 505 и Rig 515 HD. Немного изменили цветовую гамму и поменяли амбушюры. Теперь амбушюры стали более звукоизолирующие. Наверное, в первую очередь адресована любителям высококачественного звука. Гарнитура серии Rig 600. Здесь установлены высокотехнологичные динамики, которые позволяют вам получить максимум качественного звука. При этом в комплекте два микрофона, один из них выносной, и один микрофон встроенный в кабель для того, чтобы вы могли послушать музыку, прогуливаясь по улице. То есть вот такие новинки в этом году, и мы, как всегда, делаем максимум для того, чтобы пользователи получили все самое лучшее из мира звука, как для игр, так и для повседневной жизни. Читатели нашего обзора по гарнитуре Rig 500E часто спрашивали, насколько сложно купить отдельно аксессуары оголовья, чашки в России. Мы работаем здесь по предзаказу. Можно обратиться в нашу службу 8800 технической поддержки, и мы тогда привезем то, что вам необходимо. А не боится ли Plantronics, что, покупая дополнительно оголовье, можно получить две шикарные гарнитуры, а не одну? Возможно, это одна из наших задач. Сделать потребителей еще более счастливыми. А есть ли какие-то новинки в беспроводных гарнитурах, разговорных? Но если мы говорим про Bluetooth-решение, да, ну, вот у меня на ухе как раз гарнитура, которая имеет 4 встроенных микрофона. И люди, которые со мной разговаривают по телефону, говорят, что они не слышат практически шума окружающего, то, что происходит на игромире, а слышат мой голос. Так, гарнитура пылевлагозащищенная. Мы ожидаем, что эта гарнитура Voyager 5200 появится в продаже в начале ноября в большом количестве магазинов в России. Также в этом году выходит обновление нашей музыкальной гарнитуры, самой маленькой стерео Bluetooth гарнитуры на данный момент, это BackBeat Go 3. И люди, которым уже посчастливилось ее протестировать, отметили невероятно высокое качество звучания. А не планируется ли расширение ассортимента и выход в новые категории, например, носимая электроника, что-то такое для спорта, например? Ну, спортивная гарнитура у нас есть, это BackBeat Fit. В этом году, наверное, ближе к ноябрю месяцу, выйдут обновленные цвета данной гарнитуры. По поводу носимых изделий мы остаемся консервативными и придерживаемся такого плана, что мы профессионалы в передаче аудиозвука, на этом и концентрируемся. А планируется ли выпуск гарнитуры Rig с USB-картой и возможностью настройки звука?
Ну, гарнитура RIG 500 HD, RIG 515 HD, они имеют встроенную звуковую карту, и гарнитуры RIG 505 и RIG 515 HD будут доступны с конца октября в ДНС. И последний вопрос. Какие активности ожидают игроков и гостей вашего стенда на Игромире? Количество активностей превышает формат А5, поэтому все милости просим к нам на стенд, на Игромир. Практически каждому будут подарки. Все, всем спасибо. Обязательно заходите на стенд Pentronics на Игромире. Пока-пока.